Это страшно. Я и подумать не могла, что такое может случиться со мной. Мы жили как обычные люди. Я думала, нас это не коснется. Расскажи эту историю, всё будет интересно. Тогда отключили отопление. Кто говорил, что сейчас легко? Всем тяжело. И мне тяжело. Обязательно вообще? Что? Говорить об этом обязательно? Не хочу. Хорошая была приехала. Да, я помню. Это все Алиса виновата, 100%. Да. Ребят, подождите. У меня возник тост, я хочу вам сказать пару слов. Послушайте, пожалуйста. Вот и все это закончилось. Мне жаль. Мне жаль расставаться с этим беззаботным временем, когда твои проблемы упираются только в несделанные уроки и плохую погоду, которая не дает себе погулять. Зачем? Зачем? Не могу понять. А ведь таких много. Самое важное, наверное, это то, что теперь мы свободны. Теперь каждый сам по себе. Да. Конечно, впереди еще много всего разного. Новые города, работа, учеба, любимые занятия, семья. И уже завтра мы разъедемся в разные города. Будем учиться в институтах, создавать свою семью. И мы обязательно добьемся всего, о чем так мечтаем. Каждый из нас — это будущее. Это светлое будущее, которое мы сами и создаем. Да! Да, черт возьми, этот мир будет пинать нас! Будет пытаться сделать все, чтобы мы проиграли. Но мы сможем. Нет, ну мы просто обязаны это сделать. Мы будущее. Выпьем за это. Ура! Я когда все узнал, даже не удивился. Правда. А что вы хотели? Мир сейчас, извините, полное дерьмо. Не понимаю. Что за люди? Для чего? Для нашего города, да и для всех. Это сейчас вполне нормально. Да и вот, когда сводки новостей смотрите, вы разве такому удивляетесь? Это настолько вошло в обиход нашей жизни, что вот к такому люди сейчас относятся вполне спокойно.
мире много миллионов, миллиардов людей. Кто в этой жизни решает, кто умрет первым, а кто вторым? Кто будет страдать, а кто будет счастлив? Мы живем на одной планете, питаемся одной пищей, дышим одним воздухом. Так что же мы делим? Почему один человек причиняет другому боль? Если есть тот самый Бог, который так добр и милосерден ко всем, то где же он сейчас? Если ты меня слышишь, что ты со мной сделал? За что? Если ты меня слышишь, знай, я больше не верю в тебя. Я больше не верю ни во что. Все, во что мы так верим, — иллюзия. Все, ради чего мы живем, уничтожно. Только подумайте о том, что в мире так много миллионов людей, и никто из этих миллионов не был счастлив абсолютно. Я не могу жить в этом мире. Я не могу жить в мире, в котором все, что тебя наполняет, — это страх и боль. Я не могу больше жить в этом болоте. Каждый наш поступок, наш шаг затягивает вниз, на самое дно. На дно этого бесконечного круговорота. И как бы мы ни пытались это изменить, у нас ничего не получится. Ни у кого. Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой. Так пелось в одной песне. Я не принадлежу этому миру. Я знаю, как все исправить. Я знаю, что нужно делать. А вы и дальше утопайте в этом мире, все быстрее и быстрее погружаясь на дно болота. Может, тогда реальный мир станет чище, освободит нас от боли и страданий. Просто не смогла это пережить. Да и кто бы смог? Вот вы бы смогли? Ну,